наш сегодняшний герой – депутат от районов Свиблова, Южное и Северное Медведково, а по совместительству председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Но теперь он еще и главный московский Z-депутат, ярый сторонник войны. Поменялись и места, где глава столичного парламента обитает. Места, с которыми он связывает свое будущее. Вы, конечно, уже догадываетесь, речь пойдет не о новом домике семьи единороссов в Бердянске и даже не о пентхаусе в Северном Медведково. Мы отправимся с вами в небольшое путешествие в гораздо более спокойные и благополучные места. Куда? Сейчас узнаете.